по дорогам уже конкретно весна. Ну а тут еще пока зима. На реке и в лесу пока еще зима. Так что можно двигаться, в принципе. Вот видите, как все происходит непонятным образом. Вроде и капает, а вроде все заморожено. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас очень интересная будет передача. Завожу последние как бы припасы Женьки. Тут еще есть газовый баллон заправленный. Если честно, я не очень понимаю, короче, в чем дело. Но Максу Ерохину привет огромный. Это он как бы подарил и плитку, и газовый баллон. Так что теперь у Женьки будет газ. В Нюрбе газа нет ни у кого. А вот у Женьки будет в избе в таежной. Ну вот, как-то так. Да. И долгожданный как бы отчет, как там у Тимофея с его братом, что там происходит. Смотри, сколько мы наворотили. Метра три ширина. Тут все нахрен очистили. Тут все очистили. Корону очистили. Лора, не давай ему. Правильно. Гору снега мы нахерачили. И это еще там в огороде прорыли тоннель. Анатолий с Тимофеем очень много работы провели вот над этим стареньким домом. Ну, это все-таки дом. Туда будет подведено отопление. Там были заменены все полы. Была заменена печка. Вот смотрите, вот какой прекрасный итог. Ну, я думаю, конечно, это все просто фешенебельно. Сходили на проводы зимы они с братом. Ну, короче говоря, все, жизнь своим чередом идет. Летом они меня ждут оба. Мы обязательно с ними там съездим и на рыбалочку. И я вам кое-что покажу. Естественно, сангар покажу. С Кутузом все в порядке. С Тимофеем все в порядке. Локатора, сейчас скажу, учат не есть курей. Это, конечно, самый прикол. Короче говоря, все у них хорошо. Ну вот так, я же говорил, все очень хорошо. Отдельный прикол, конечно, как этот локатор дрессирует куриц не есть. Это да, это тема. Итак, дорогие друзья, давайте начинать. Здравствуйте. Поехали. Своим глазам вот не верю. Представляете, вот этого высокого берега его нет. Такого грандиозного. Это все мираж, представляете? Это все мираж. Интересно, если я ближе подъеду, что будет. Но он, конечно, выровняется. А в другую сторону? Нет, в другую сторону нет ничего. Но сюда явный мираж. Прикольно. Я, кстати, частенько такое вижу, наблюдаю. Видите, вот это вот все, вот, которое по два. Этого всего нету. Он не такой высоченный, этот берег. Ладно, едем дальше. Интересно. Видите, вот эти два подъема. Этого тоже не должно быть. А здесь все нормализовалось. А тут, видите, как все увеличилось. То есть едем за миражом. Интересно. Вот смотрите, вот вышка, вот и вот эти два подъема. Они же не такие могучие, как были, да? Это все мираж. Вот так. Ладно, все еще только начало пути. Едем дальше. Смотрите, какая красота. Это прямо на реке. Вот это вот нижняя этой полосы вообще быть не может в природе. Это отражение леса. Испаряется снег. Или как? Я не знаю, но он очень твердый сейчас. Наст вообще очень твердый. Кстати, чьи-то следы непонятные.
Да, и вот такая вот история. Я, представляете, я его всю дорогу наблюдаю, этот пейзаж. Ну, имеется в виду этот мираж. Вот такой. Вдоль берегов берега высокие. Тут вообще, видите, просто отражение леса в реке. Хотя это снег. Классно. Избушка Тимофея Александровича. Да. Эх, там уже нету горячего чая. Жалко. Все тот же мираж. Все так же. Ну что, тут уже локоть по карте остался. Ерунда. Сейчас доедем. Мираж все продолжается. Ладно. Вы знаете, когда ледоход пойдет, тут надо приехать и переночевать, снять вот это все. Вот эту вот же гавань забивает полностью льдами до избы Тимофея. Так что надо это все дело как бы отснять. Интересно будет. Но это когда ледоход пойдет. Сюда на мотоцикле приеду. Ладно, едем дальше. У нас в избушке газ, а у вас? А у нас унитаз, а у вас? Вот так. Да. Здоровье. Здоровье. А ты чё? Утром рано, блин, не поймёшь тебя, когда катаешься. А ты что, только проснулся, что ли? Ну, по идее, да. По идее, да? Ну, я лег, блядь. Знаешь, во сколько? Во сколько? Да поздно. А что делал? Да ничего делал, ты слышал. А-а-а. Вот, и с баллоном уже приехал. Нет, блин, не с баллоном. Все-таки заправил, блядь, Маша, а? Все-таки мы с тобой... Не, недалеки от цивилизации, это точно. А? Да нет, не приехал, он так передал. В тапочках хлопает, блин. А? Ну, 12 градусов, да, так и есть. Так я вот сейчас утром и приехал, у нас уже дороги потекли. Этот, да, это такой последний заезд. Ну что ты, друг мой дорогой? Да что я, блин? Видишь как, что? Жду, пока вода пойдет, блин, на рыбалку хочу. Понял. Привет, привет. Подписчики, привет. Мама, здоровья тебе, счастья, удачи. У меня все нормально. Где ты нос так разодрал? Да где в лесу же на лыжах бродил? Ёшкин кот. Ветку порвал. Ладно, давай, что с баллоном делать, я не знаю. А он очень тяжелый. Два бурана прошли туда, я тут постоял, они меня не увидели. Да вон еще один там. Я видел, слышал, пригорел там буран. А, блин. Ху-ху-ху-ху-ху. Да, веселенько у тебя тут уже. Ну как, потихоньку. Все как надо, да? Ой, красота. О! О! Вот это да. Большой дом, большой стол. Ага. Линолеум найдем, вошьем. Линолеум. Офигенно. Нормальный стол? Конечно. Зато крепкий какой, железо у него. Нормально. Да?
разделочный стол. Ну, все. Все, здесь будет город-сад, как говорится. Ну, нормально так. Вкусно пахнет, все как надо. Завтрак, а что-то проснулся, блядь, спать-то лег. Поздно уже. Женька, Евгений из Ангарска. Вот что тебе задарил. Тезка, спасибо. Да. Нифига себе. Я мягкий бегу. Подгон. Вот это сколько, блядь. Еще. Блядь, они дорогие, ё-моё. Ну, ну что сделаешь? Не дороже. На резиновой подошве. Ух ты, блин. Ой, красотища, блядь. Ну, смотри, какая еще штука. Ух ты, о, как у тебя, блин. Да. Вот это сказка. Жека, спасибо тебе. Роснефть. Ё-моё, вот это сказка, блин. Ну, будем рыбачить. Отлично. Круто, блин. Там еще конфеты есть. Что? Конфеты есть ух еще. Ух ты, блин. Да. И вот смотри, это на лето. Мне на лето уже знаешь, сколько это фильм, бля. Ну нормально, будешь ходить в фирменных, чё ты. Классно. Жека, спасибо. Вот это да. Так все и есть. Так все и есть. Чё? Газ сейчас подключишь. А ты здесь подключишь, да, газ, или нет? А хуй его знает. Может же и там плитка небольшая же, блядь. Плитка небольшая. Может и там заявить, да? Угу. Ну, тушен у тебя. Сижу, да. Щука, ну ты вообще как этот, как аристократ. Сидизата. Столик стеклянный, все как надо. Сидизата. Мать, вот так живем, видишь? Угу. Все классно. Так, 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 так. Ой, блядь, это поправь. Ух ты, блядь, олезь, блядь. Это вот что-то неправильно. Во. Так, подожди-ка, я... Регулировку тут... А, во. Это... Выключилось. Вот выключить, отключить. Угу. Так что... Ты там до упора дошла, да? Да. Ну, этот баллон, баллон на улице который, да? Ну. Вот и все. Такая скорость будет, да? Да нет, ну любая же. Ну вот, нормально. И жарить же можно, да? Да, все можно. А вторую плафонку? А вторую, блин, подожди-ка. Да нахуй нужна вторая? Ну да. Ты матюкаешься сильно много. Да, конечно, удобно стоит. Ты это, законопать эту дырку потом? Да-да-да, обязательно. Чтобы не свистело. Она такая большая, это ты брёвна упали, блядь. Вот так. У Жеки газ. Всё, цивилизация. В доме. Недалеко от цивилизации, блядь. Представляете, газ в доме. Да. У Евгения. Вот это да. Каска. Ты сейчас еще и трубку закуришь, да? Ну ты просто англичанин. Английский лорд, смотрите-ка. Лорд английский. Подписчики, салют. За вас, господа. Жека Бурундука не видел? Рано еще. Нет. Рано еще. Бурундук встает вместе с медведем. Заодно. Газ. Просто до свидос. Сейчас поедем, посмотрим рыбацкое и ягодное место. Да? Наверное. Рыбацкое и ягодное место. Чего? Зайца есть? Да. Ай, как жалко. Чего говоришь? Не должен появиться. Должен появиться? И косуль не видать, не сколько. И косуль тоже нету? Ну, блин. На той стороне? Нет. А? Где хутар? Ага. Понятно.
Че, Женька, на разведку? Да. В горы? Ага. Поехали. Смотри, какие горы шикарные. Через лес или по реке? По реке, по реке, да? Там бурелом конкретно сидят. Ну вот так. Бурелом, да. Сюда вот доезжаешь, и потом косты черявые тебе по горам. Ну получается, под этими горами глубоко, да? Нет. Дальше. Дальше глубоко. Да. Это так называемый 40-й километр здесь. Нет, 40-й, дальше. Чуть дальше, да? Но здесь рыба очень хорошо ловится. Там дальше. Там дальше. Поехали дальше. Ну как, дорогие друзья, съездили? Женька там лодку, оказывается, резиновую оставит. Потом туда приедет, там будет рыбачить, тут, там. Так что планов много, да? Да. Вот такая вот история. До скорых встреч. Погода шепчет, ребята. Да. Ну, приезжайте в гости, что вы, блин, мама не горюй. Да, кстати, насчет туризма. Вот, пожалуйста. Обращайтесь к Жене, пишите мне в ВК. Да, да, Женя вас ждет. Обязательно жду. Научу на удочку рыбачить. Тут, кстати, есть елец. Да, очень вкусная рыба. Да, жарить есть на чем. Так что. Газ, цивилизация, мама не горюй. Так что приезжайте. Сейчас чаек без проблем закипятили, бля. До скорых встреч. Мама, все нормально у меня. Не болей, самое главное. Михей, семье привет огромный. Держитесь там. Знаю, да, что канитель у вас там прет, бля. Ну и вы, подписчики, не болейте. Да, все не нормально. Нормально. Да, будет. Все будет хорошо. Да будет свет, сказал электрик, перерезал провода. Да. Салют всем. До свидания. Гости, ждем. Здравствуйте. И снова с вами Леонид Бутырин. Песня «Привет моим друзьям-буровикам». Не напомнит север запахи костра, лучик предрассветный в 11 утра. Снега хруст под валенком, дым от дизелей, пышку буровую и своих друзей. Сколько судеб, сколько лиц, не упомнишь всех, а вот друзей своих забыл. Это, братцы, грех. На много километров мы в тайге одни, жизнь ищет на вах, пролетают дни. Вот взревели дизеля, на подъем пошли, АКБ чехотошный раскрутил трубу. Лязгнул элеватор, верховой кричит: май на вашу душу, мать, плюет через губу. Бамбуры, дизелисты, северный народ —
обветренные их лица, что их в жизни ждет. Водка, проститутки, общага, не курорт. Жизнь, она не шутка, нас несет вперед. Сколько судеб, сколько лиц, не упомнишь всех. А вот друзей своих забыть — это, братцы, грех. На много километров мы в тайге одни. Жизнь несет на вахт, пролетают дни. Вахта буровая, как одна семья. Где теперь вы, люди, где мои друзья? Кто завербовался, кто умер, кто живой? Мне снится буровая, как будто дом родной. Время пролетело, как замело пургой. Где мы были смелыми в жизни той, другой? Не вернуть те запахи багульника, цветы, краски первозданной таежной красоты. Сколько судеб, сколько лиц, не упомнишь всех. А вот друзей своих забыть — это, братцы, грех. На много километров мы в тайге одни. Жизнь ищет на вахт, пролетают дни. Сколько налетали мы километров вдруг, запах вертолетный, керосина, дух, как птицы перелетные, полжизни мы в тайге. Раз в два года мы бываем на материке. Эх, частички жизни, искра от костра, и жизнь, как призма, покажет нам года. Вспомним близких лица, лица всех друзей, образы растают, как дым от дизелей. Сколько судеб, сколько лиц, не упомнишь всех. А вот друзей своих забыть — это, братцы, грех. На много километров мы в тайге одни. Жизнь несет на вахты, пролетают дни.